И если ты будешь хулиганить, я потом убью. Правильно, так можешь один раз, можно же ведь? До свидания. До свидания. Можно? Разогрейся, завтра Коля отдыхает. Да. Да, завтра нет. Завтра нет тренировок. О, как раз мое день рождения. Твое? Да. Блин, все, работаем завтра. Ну, спасибо тебе. Это подарок. Не понял, блин. Подарок. Ты придешь, я и только один приду. Все. А то ты ему правила рассказал греблинга? Я? Да. А ты кто знаешь? Нет. Как нет? Очень просто. Так мы уже боролись с греблингом. Так нет, то правила мои. А ты по каким правилам ты будешь бороться? По вашим. Нет, так вот ты скажи, как будем бороться? Сколько? 10 минут? 15? 20? 40? Нет, ну я это не... Что считается? Броски, не броски, сколько баллов? Я об этом не знаю. Я знаю, что можно в партере, если боремся, то можно в партере. Можно. А можно и не можно. Еще раз. Это выпили? Нет. Ты что, птица у нас? Да. До первого балла осталось два. Так, значит что? Слушаешь, но вот смотри.
назад. Зайди назад. Раз, два, три, четыре, пять. Один, один. Блин, дальше! Сверху.
еще раз. Ты садишься на коня, да, и знаешь, как ты садишься? Ты берешь руками за шею, потом стараешься ломить. Конь поднял попу, ты улетел. Сначала что нужно сделать? Ноги забросить, а потом уже руками души. Ну что, живы? Чтобы он прошел ногу и задушить. А дай ногу и задушить.
Лауренсию, да?